И всем привет, ну что ж, я уже как бы съездил, так что, тихо-тихо, можно назад возвращаться. По сути дела. Обалдеть, как он резко останавливается. Ящичек. Одни гвозди, серьезно. Ну ладно. Так, примагните меня сюда. Пускай тут стоит, и заодно и проверим, поломается он или нет, если я далеко куда-нибудь убегу. Вроде как будто бы не должен. Но там я не знаю. Я не помню, город поливал или нет. Нет, конечно. А зачем? Действительно, а зачем? Картошку я всю спустил, да? А, ну да, вот еще одна делается. Ну, пускай делается. Все равно пригодится для... Для топлива... ну, и для топлива тоже. О, кстати, снег же там. Снег же ближе здесь набирать. Намного ближе с этого камушка. Так... Это можно все выложить. Шоколадки, мармеладки. Так, ну мне столько и не надо бинтов, как оказалось. Ладно. Что есть, то есть. Это все тоже можно выложить. Оставить себе 10 штук, остальное все пока перегрузить. Куда-нибудь вот сюда. Так, у меня есть несколько стеклянных панелей. Может, там наверху еще себе сделать? Ну, давай. Лезь. Ты смотри, денек прям хороший, странно. Блин. Так, что ты там даешь? 40%. Ты даешь? Тоже 40%. Все по 40? Да, все по 40. Это хорошо. Ветряки по нулям. Ветра нет. Посмотрим, может, что на горе есть. Сумочка или камушек. Тихо. А то навернешься. Я тебя знаю. Ты умеешь. Да нет, больше ничего. Так, надо теперь готовить эту вот бомбу. Бомбу готовить надо. Чтобы старую базу разнести к чертовой бабушке. Мне нужна новая база. Зачем мне старая? Так, вода что там заготовилась? Давно уже. Дай сюда. Заодно и пепелка подсыплю. Кому-нибудь из вас. Так, вот тебе. Добавим и вот тебе две штуки. Еще поднаберем водицу. Теперь мне этот проход, походу, по сути, уже не нужен. А почему не нужен? Я потом сделаю... Везде поставлю фундаменты. Вообще прям везде по всей карте. И будем взрывать базы. И по идее они должны появляться за забором. Но это будет потом. Еще не скоро. Для начала мне еще 3 бомбы надо сделать. А у меня их ой-ой-ой. А у меня нету, как всегда... Жемчуга, по-моему, вообще ни одной штуки нету. Я последний, по-моему, спустил все на квадрик. Ни одной. Ни одной жемчужинки. А, у меня вот еще есть стеклянные панельки. Ну ладно.
Можно забрать их отсюда. До сюда скинуть. Ну, 23 штучки. 23 штучки неплохо. Так, писали там за синие патроны, что это имба. Ну, давай возьмем с собой имбы. Все, да? Две штучки. Так, у тебя нормально. Тебе две. Здесь вроде тоже должно быть нормально. Ух. Не, ну тут более-менее. На. Как раз мне еще три. Три должно еще разочек заберем. Я вижу, там сумка, что ли, лежит. Да. Или ящик, или сумка. Пошли заберем. Так, скидывай сюда. Это сюда. Патроны где-то здесь. А что там режь по этому? По жиру. О, отлично, досадка. На тебе. Так, что-то у нас. Топливо, в принципе, можно два уголька подкинуть. Или даже три. Не, наверное, кину два. Третий, наверное, пока... Хотя, ладно. Ну что, готовилось? Нет. Уже так долго. Ну вот, отлично, спасибо. И тебе. О, замечательно, прям тютелька в тютельку. А кушать мне, а пока особо-то и не надо, пошли. О, Олежка. Олежка, может, ты побежишь, уткнешься носом в эту, в сетку эту, в ограждение? А вон, волк за ним пошел. А нет, передумал. Так, давай. Посмотрим, чем кормят. Шоколадкой. Ну, ладно. Шоколадка тоже нужна. Так, побежали. Может, поманим Олежку? Заодно и волчка потащим на базу. Картошка с той стороны выросла. Обманули дурачка. Ну, куда, куда, куда? Куда ты бежишь? Давай, поворачивай прям в базу. Олежка, о. Ну куда так резко повернул? О, так вот, да что ты? Бестолковый, ну забеги хоть вон. Внутрь. Ладно, не хочет. Не хочешь, как хочешь. Ты там еще бежишь? Идет. Бежит? Бежит. И поплыл. Давай, плыви, плыви. Так, надо все-таки попробовать Олежку. Перенаправить. Обойти его, может, просто интересно за ним понаблюдать сблизко. Так же не получится подойти к нему и посмотреть. Наверное, убежал, слишком близко подошел к краю. Ну да. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну стой ты, блин. Надо поесть. Сейчас попробуем подогнать его. То что, ничего, думал металл, а вот и нет. А вот и нет. О, давай, давай, как раз хорошо, хорошо идешь. В нужном направлении идешь, дружок. Но-но-но-но. Не умничай. Так вот. Ты жук, блин, хитрый. Давай вот так. Чтоб ты был здоров. Поверни. Еще больше поверни. О, давай. Ну хотя бы туда беги уже. Ну-ну-ну-ну, ткнись носом. Он не добежал? Он не добежал, резко остановился или уткнулся. Не, вроде не добежал. Ты ж ты смотри на него, какой хитрый, блин. Ну, пупырь, блин, мелкий. Ладно, он недалеко отбежал, можно еще один дубль попробовать. Обойти его с той стороны, чтобы он ткнулся носом. Подальше обойти. Может, еще волчка кого-то на хвосте притащу. Это что, морковка? Морковка.
Ты смотри, прям настоящую дали. Морковку, а не семечко. Обычно семечко дают. Тем более зимой. Так, попробую. Не знаю, что с этого получится. Я его даже не вижу. Вот он. Ну, давай, давай. Только... Да ты... О! Красавчик забежал внутрь. Ну все, хана тебе. А у меня домашний олень есть. Ну, привет. Как оно? Загончик как раз для тебя. Хочешь соломы? На, вот тебе морковку. Не хочешь? Может, пойдешь на превью? Как-нибудь вот так? Но только без ружья. А что, неплохо. Или даже вот так. Эй, тюлень! Так, где у нас тут наши... А, вот они. По загривку ему даем. Ну-ка, что ты там мне предложишь? О, 4 жира, красавчик. Так, сюда, а морковку отдельно, она уже попортилась. Ну ладно, вот сюда сложи, я тут, у нас порченный стак. Одно яйцо и сою ее, что там с курицей, кстати, тебе кормить там не надо. Поить, кормить. А, то тут более-менее все. Так, ну надо еще одного кого-то притащить, что же одного мало-то. Мяско. Холодос. Так, и поесть, кстати, надо что-то. Капец, ешь сырое мясо, у тебя вода уходит. Ну, гениально просто. Очень гениально. Еще одну выпью. Так, есть такое дело. Нормально, по идее все хорошо. Сырым мясом можем питаться вполне себе. А он, кстати, волчок. Дурачок ходит. Может, здесь поближе где есть. Еще подгоним их туда, пускай стоят. Охраняет базу. О, пожалуйста. Сумка есть и волчок есть. Конечно, сумку он мне не даст взять. Ну ладно, пошли давай. Давай, давай. Пошли, тюлень. Замечательный тюлень. А, он еще один появился, серьезно? А, не было. Опа, этот волк исчез. Серьезно? Это как это? Деспаунился? Ну, в смысле, и олень исчез, ты смотри. Ага, полдня прошло, они перезаспаунились, серьезно? Ну, олень не мог убежать. Отсюда. Ну, ладно, как скажете. Волк был белый, стал черный. Переоделся. Шкуру поменял. Так, пошли. И ты тоже. Пошли. Гав-гав. Гав-гав. Странно, я вот не знал, что волки... Может, я слишком далеко... Да я вроде не слишком далеко уходил. Ну ладно. Стойте тут. Я пойду еще приведу. Странно, странно. Раньше такого я не замечал, чтобы не пропадали. Это во всем виноват олень. 100%. Так, где он? А, вот он. А, там сумка была, да? Ладно. Я уже забыл за ней. Пошли, пошли. Нет, там... Ох, нифига, сколько тут всего. Олень пропустил. Ты бежишь там? И жить. Давай, давай. Ты же бежишь? Нехотя, но бежит. Так, ей надо будет идти на базу еще попробовать скрыть маленькую. Может, еще солнечную панельку нам дадут. Возможно, даже сегодня успею. Ты бежишь там, не?
Лежит. Так. Руки грязные. Ну, сейчас они еще будут грязнее. Пошли сумку заберем. Прибьем этих тюленей. Попробуем соседей этих ковырнуть. У меня гранаты вроде должны быть. Кирка есть. Отлично. О, два сумки. Две штуки. Давай. Серьезно? Один жир? Ну, ладно. Спасибо и на этом. Вон скрабик лежит. Это обязательно. Еще один волчок. О, наконец-то плата. Плата что-то у меня вообще прям перестали какое-то время попадаться слову совсем. За жемчугом вообще молчу. Его просто нет. Ни одной штуки. А для этого надо акваланг. Нырять под лед. Просто не знаю, как вам это будет интересно смотреть или нет. Так, это не металл случайно? Ой, кстати, надо было проверить. Да, это железо. Проверить, что там плавится. Или не плавится. В печи. Ты бежишь там? Бежит. Давай, давай. Так, сели на месте? Студенты. Вроде все. Ладно, ты отстал. Ну, хорошо. Я тебя и здесь прибью. Ух ты ж. Ты смотри, кровь пустил и заразил, скотина. Еще и подлечился заодно. Пока подыхал. Блин, а последнее это вот. Ну, ладно. Да хорош там нос свой прятать. О, что-то там переплывает. Ну давай, вставай. Погодка портится. Так, сейчас возьмем гранатки. Ты куда поплыл? Студент. Решил свинтить по-тихому. А вот и нет. А вот и не получится. Так, всех собрал. Вроде всех. Так, руки моем сразу же. Так, метал. А тут водичка копится. Хорошо. Сейчас уже, кстати, скоро будет. А, не, что-то плавится. Медь. Ну, неплохо копится потихонечку. Так, мяско. Цельный стак. Так, и мне надо сделать антибиотик. Ой, блин. Я слишком много потратил всего. Я молодец, конечно. Замечательно. В кавычках. Ну ладно. Так, кожу сбрось. Жирок. Это. Так, и один уголек. Пока подкинем. Так, что у нас по оружке? Так, во. Есть пару гранаток. А, у меня еще там сильные патроны есть. Серьезно? Блин, погода портится. Я их не увижу сдалека. Вот елки-палки. Пошел один на дело. Ты же гранаты взял? Да. Тут можно и тут недалеко можно и пешком сходить. Тратить топливо. Хотя, в принципе, я его много наделал. Ну, как показывает практика, где-то около 4 километров можно проехать на одном баке.
смешно. Очень. Блин, тут еще и местность такая, что... Ну, писалось издалека, но это явно я не издалека. Совсем даже не издалека. Идет. Ты что, меня почуял, что ли, нет? Да блин. Давай. О, это не железо ли? Так, волк, не это. Не нюхай там воздух. Вообще железо, блин, а? Это там стоит. А где они там? А, вон он. Ага. Сохранись. Да ё-май. Ё. Надо мышку переключить на более... Да куда ты пошел, блин? Мимо уха пролетело. Я не понял, что с мушкой? Там присел, козел. Ладно, перезайдем. Так, выстрел был крайне неэффективный. Ну, присядь. Так. Ну вот, серьезно, я ж прям по мушке стрелял. А. Выше прошло. Да, действительно, меня никто не это вот, не вообще не обращает внимания на него, что он умер. Эй, Кори, что с тобой, не? Не, он просто прошел мимо. Говорит, упал, подумаешь. Стой, я тебя уже не вижу. Встань. Ладно, он один остался, в принципе, можно его и так пристрелить. Стандартным патроном в лоб. Да, только вот я прицел отключил. А теперь включи. Ну, красавчик. Так, а где еще один? А, вот он. Вот он прилег отдохнуть. Так, это я забыл, на какую кнопку у меня бинтик. Может, ты пойдешь на превью? Нам холодно, да? Ой-ой-ой. Маляха. К костру пошли. Тихо. Он внутри бегает. В доме. Так, ничего нет, но пепел я заберу. О, а что откуда? А, там не дали. Хорошо. У меня здоровье кот наплакал. Где он там? Эй! Давай, выходи. Хорош там придуриваться. Плохо кинул. О, может, ты пойдешь на превью? Ну, не так плохо, 46. Бывало и похуже. Так, не забываем, что он там внутри. Скорее всего, еще двое будет. Не факт, но может быть. Так что надо успеть переключиться. А перед этим сохраниться. Так, 10, 8, 6. Стоп. Сохраняшка. Есть. Удар. Я жестко тупанул. Да стой ты, Вася! Ух ты! Он аж выпал даже.
О, хорошо, где там твоя-то? А у тебя здесь. Так, немножко меди подарили, отлично. Так, ребята, если у вас не будет солнечной панели... Блин. Ну, рация еще одна есть. О, яичко дал, отлично, сейчас сделаем еще одну яичницу. Че так мало, блин, вообще ни о чем. Жир дай хоть. Ну, жир есть. Это может уже не влезть. Это мало, это уже не влезло. Так, вот можем сделать бинтик, вылезет. Это у нас цинк возьму лучше. Веревки можно было сделать, но смысл от них, я это мне ничего не даст. А, я могу что-то положить вот на пояс рацию, например. Во. Кстати, пока мы тут стоим тупим, можно вот еще и металл переплавить. А, опять же некуда будет положить. Ладно, 7 штук. Но это долго. Долго будет. Выключу. Это как я им включил, так он горит этот свет? Интересно. Блин, больше ничего нету, ну елки-палки. Ить, я застрял. Разработчик криво поставил печку. Я думал, это буква S, а это просто вот этот ободок торчит. Так, здесь я ничего не могу скрафтить. О, серьезно? Пластина, а нужны ли они мне? Во. Стеклянную панель, пожалуйста. Платы, к сожалению, нет. Это тоже нет. Можно, но... В принципе, можно. Давай, делай. Все равно энергия не моя. А вот это вот сейчас медь переплавится. Одна штучка. Мало. Можно так сказать, вообще ни о чем. Так. А что там надо на синие патроны? Кстати, вещь хорошая. О, так тут у меня все есть. Металл есть, давай. А, подожди. Я что хотел сделать? Тут красненькие, да? А здесь металл не нужен. Тогда делай. Пороха нет. Ну ладно, это мы на базе решим проблему. У нас там есть. Да сколько можно? Давай быстрей. Алло. 15 досок. Неплохо. Так, ну я еще домой успею сбегать, что тут стоять. Так, выключи в нормальный режим. Немножко топлива подкинем. Пошли, сходим домой. Выложим то, что мне дали. Волчок. Да не бухтите там. И вернемся, сейчас обратно подберем. Что там осталось, и сделаем эти вот части оружия, патронов, то есть, чтобы можно было еще боеприпасов сделать. Бежит. Настырный такой. Бежит себе и бежит. Да чуть ты, о, побежали, убежали, он что-то подустал. Есть еще кто? Нету. Ну ладно. Бежит, вроде шоркает на... О, можем сделать тоник. Давай. О, сумочка. Отлично. Транспорт никуда не падает. Ага, все-таки его скинуло. А его скинуло. Хм, интересный компот. Ладно, сначала с этим разберемся. Задница тебе. Жирок. Лишний не будет. Так, а тебе взять-то некуда. Но мы сделаем, что он выпадет. И пойдем отнесем все, что нам не надо. Смеркалось, блин. Так, это. Так, мне порох нужен, да? Надо точно. Порох. Ляха.
Гранаты. Кстати, я две гранаты взял. В смысле... Ну да. О, отлично. Это вообще идеально. Так, дай-ка мне яйцо. И кусок мяса. Давай яичницу готовь. О. Ягодки. Всякие тут разные. Безобразные. О. Тоники. Давай еще. А, просто не хватает уже, ладно. Вот так. Это сюда. 5 штук. Ой, у нас по еде все плохо. Еще одну яичницу. Нормально. Так, надо бежать обратно. У меня место есть? Место есть. Ты патрон там хотел делать, да, синие? Ну ты делай. Ой, блин, так мало всего уже осталось. Как обычно. Так, ладно, все, побежали. Забери это, то, что выпало, пока не пропало. Кинь это в жир. Пускай перерабатывает, а то, блин, уже солнце садится. Давай, 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 давай. Сюда это пошли. Побежали. Там сумка, кстати. Потом перепаркуем этот вот. Включу свет, нормально будет. Ты серьезно? Ну ладно. Возьму. Раздают. Патрончики, это прямо имба, слушай. Да, с большого расстояния стреляешь. Они вообще даже носом не ведут. Как будто не... А, радиус получается. Они не слышат выстрела и не бегут туда. Отлично. Действительно хорошая штука. Я забыл там посмотреть, не плавится ли. О, что темно. Надо бежать быстрее. Забирать и валить оттуда. А я там что хотел еще скрафтить? А я все выложил. Я молодец, да? Нет, цинк вроде не выложил. А вот что уже, костер пастух. Где он там? Дай-ка мне еще пепла. Давай, 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 давай. А то хозяева скоро вернутся. Ничего не дали больше, нет, к сожалению. Так, во, все переплавилось. Жир, отлично. Пепел, отлично. Раз, ну, сколько есть. Быстрей! А теперь можно свет включить, где он тут? Где лампочка ваша? Не, я ее не вижу. Странно, ну ладно. Все взяли, да пошли отсюда. 4 штуки сделалось, это вообще копейки. Серьезно, где их не лампочка? Я что-то ее не вижу. А, вот она. Странное место для лампочки, если честно говоря. Вот так еще. Валим отсюда. Типа не дома. Уходим. Надо руки помыть, кстати, не забыть. Еще волокно подобрать. Ой, холодно, минус 9. Да, куртку, конечно, мог бы и потеплее сделать. Очень мало изоляции дает эта куртка. И горячих напитков никаких нету. Почему он не может сделать горячие напитки? С того же самого шиповника можно было бы чай сделать шиповником. Чтобы... И термос нужен еще, кстати. Чтобы горячий напиток держать с собой. Выпил и загорелся. Чтобы у него эффект был какой-то хотя бы минуту. Или хотя бы полминуты, чтобы у тебя согревание шло. Что это у нас тут? А что это ты тут забыла? Ну пошли. Коль не шутишь. Стой. Давайте я свет включу. Давай, давай, плыви, плыви. Да куда ты? Все, стой. Хватит двигаться. Тебе это уже не поможет.
Маловато прям дал совсем. О, генератор, кстати. Думаю, что такое со звуком? Что-то не то. Генератор просто остановился. Так. Ага, железо уже все. В смысле это. Так, это сюда. Переложим. Цинк. Что там еще есть? Стеклянные панельки. Ну, это туда. Уже мясо до хрена. Яичница сготовилась, кстати говоря. Сюда патроны на пистолет. А патроны на винтовку. Уже до хрена их просто, этих патронов. Так, стоп. Вот это сюда. Пепел куда-нибудь вон туда. Закрывай, не видно нифига холода. Свет включи. Руки помой. О, яичко. За курицу, по-моему, уже яйцо снесла. Ну-ка. Да, давай сюда. Так, транспорт. Чуть ты навернулся-то, а? Ну хоть. А, все-таки я думал. Ну ладно. Не хочет он стоять на этой штуке, его скидывает. Причем реально скидывает. Ладно, возле курятника. О, они уже появились. С лампочками ходят. Далековато от базы отошел. Ну, костер зажгли? Или он там был? Не знаю, не видел. Так, посмотрим за теми. Так, тут рядышком ходит. Я показал, что там был выстрел. Наверное, показалось. Вот здесь на них никто не нападает, сюда животные вообще не ходят в эту сторону. А вот здесь могут быть. Ну ладно. О, сейчас исключили. Серьезно? Или это он так просчитался, не знаю. Странно, то на одну сторону свет включается, то на другую. Интересное кино. Ну ладно. Пошли. Выключай свет. Сначала закрой дверь. Выключи свет. Закрой дверь. И пошли сюда. О. А что ничего не поставил? Плавится. Давай. Во, металл. Так, яичко, отлично. Так быстро портится, обалдеть можно. Так, это пластинки где-то у нас здесь хранятся. Эту штуку можно потом либо переработчик скинуть, либо посадить. Но, скорее всего, переработчик сброшу. Так, это гвозди. Ну-ну-ну, давай сюда. 51, уже можно подумать об этом. О той штуке, которую я начал строить на озере, на том озере, на дальнем. Возле водопада, точнее говоря. Так, что у нас тут? Вода, нормально. Один брикетик. Ну что ж, на этом буду заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.